Всем привет, с вами Инферниус, и в этом видеоролике я расскажу и покажу вам, какие видеоролики вас ожидают в скором времени на моем канале. Как вы, наверное, знаете, я съездил в Воркуту и отснял очень много интересного контента, вкратце, про который я расскажу вам в этом видео. Но не забывайте перед просмотром ставить лайки, писать комментарии, тут увидите 3 лучших комментария с предыдущего видео. Хотите, чтобы ваш комментарий попал в следующий видеоролик, просто пишите длинный интересный комментарий под это видео. Также, среди всех, кто сделает репост этого тизера с моей страницы ВКонтакте, ссылка будет в описании. В следующем видео я выберу 3 человек и передам вам приветы прямо в ролике. Съездил я в Воркуту, суммарная дорога туда-обратно заняла у нас 4 дня, отснял все, что планировал, очень крутой контент получился, я лично считаю, и сейчас вкратце пробежимся по тому, что вас ожидает. Во-первых, первая часть — наша дорога в Воркуту, как мы туда приехали, потом путешествие по заброшенным поселкам. В этой серии роликов я не буду говорить, как все плохо в Воркуте, как город вымирает. Я просто покажу то, что мне удалось заснять, без всякой предвзятости. А там уже выбор и какое-то решение вы сами для себя примете. Заброшенные поселки. Также реставрация стелы «Миру мир», как, наверное, уже многие поняли, это был мой основной проект в Воркуте, который у меня получился, видео мы сняли, и все увидите в отдельном видеоролике. Еще мы посетим полуживое, самое страшное здание в Воркуте, которое называют «Пентагон» или «Китайская стена». Мы там уже были зимой, но в этот раз у нас получилось отснять поистине что-то ужасное. Даже несмотря на то, что мы были посредь бела дня там, с нами приключилась просто какая-то жесть. Так что обязательно дождитесь этого видео и посмотрите его. Покажу много красивых мест, которые находятся и в Воркуте, и за ее пределами. Кадры с коптера, все очень круто поснимал. Надеюсь, вы это оцените и вам это понравится. Ну и, конечно же, всякие ситуации, которые с нами происходили. Вот, например, в одном из поселков, в котором мы снимали отрывок для какого-то короткометражного фильма, мужик начал просто на нас орать, а потом впоследствии, когда мы сели в свою машину, он начал нас чем-то обстреливать. В общем, происходила с нами полная жесть. Каждая поездка в Воркуту — это как какая-то отдельная история из жизни, потому что ты ничего не ищешь, но проблемы сами тебя находят. Поэтому обязательно дождитесь видеороликов. Тут видите сейчас дату, когда выйдет первая часть. Обязательно не пропустите. Жду вас вот в это время, вот в эту дату на канале смотреть новый видос. Также, если вам нравятся мои видеоролики, вы можете поддержать их. И вообще выход дальше контента подпиской на сервисе Boosty, начиная всего со 100 рублей. В свою очередь вы получите благодарность в каждом видеоролике в титрах. И еще вы сможете лицезреть индивидуальный контент, который больше нигде не выходит. Такой как, например, я написал уже пост о том, как и вообще появилась у меня идея реставрации стелы «Миру мир». И еще там выйдет видеоролик с Паласки на вот эту вот мачту. Я совсем недавно на нее слазил, снял видео и планирую выложить его для подписчиков на Boosty. Ну, либо ты можешь отправить поддержку по реквизитам в описании на карточку, либо на Donation Alerts. Всем огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, благодаря вашей положительной отдаче мы сможем как-то минимализировать убытки от того, что на YouTube сейчас нет монетизации. С вами был Инферниус. Увидимся в новом видео.